У меня оба деда в годы войны были подростками. Дед по отцовской линии, ему было около 14 лет, когда началась война, стал бригадиром отряда трактористов. Сами трактористы, им было еще меньше лет, по 11-12, мальчишки, они работали в поле. Мой дед по материнской линии, он прибыл с Украины, потому что на Украине в этот момент начался голод, его родственники посадили одного в вагон, и он приехал в Куйбышев, где работал на заводе, производил снаряды для фронта. В достаточно тяжелых условиях они работали. На тот момент заводы, эвакуированные из Москвы, лишь только строились, была только крыша, и стены еще не были до конца возведены, и зимой в таких условиях они работали, производили снаряды для того, чтобы наши солдаты могли продолжать вести боевые действия. Мы, безусловно, храним память о предках, потому что это те люди, которые дали нам жизнь, это те люди, которые позволили нам жить. Ну и плюс к тому, они непосредственно являются нашими родственниками, и по рассказам, по их рассказам, по рассказам других родственников, которым они передавали, я знаю о войне, ну, что говорит, что называется, с первых уст, потому что для меня война — это не книжки и фильмы, а для меня как раз это рассказы тех людей, которые, тех моих близких людей, которые непосредственно ее наблюдали.